Я хочу спеть песню, которая всем нам посвящается, по большому счету, ребята. Если есть главные вещи в жизни, которые мы, к сожалению, не помним за нашей суетой. Главные вещи – дети, друзья, родственники настоящие, продолжение жизни. Вот, и, к сожалению, уход из жизни – это тоже главная вещь, которая у каждого из нас впереди. Ничего страшного в этом нет, ничего плохого и ничего хорошего. Вот, сделай, что можешь, и будь, что будет. И просто в горах ты это дело чувствуешь лишний раз, потому что когда вот постоянно там что-то происходит, там постоянно кто-то улетает куда-то, попадает под лавины, на кого-то сходит, там камни падают. Вот, и я хочу еще раз упомянуть нашего великого друга Сергея Мельникова, который сейчас смотрит на нас, наверное, и радуется, потому что мы его помним, потому что это сильный, красивый, мужественный человек. И всем, в общем, и ему посвящается вот эта песня, которая была написана по поводу ухода из жизни одного человека в горах. Но, в общем, когда пишешь по-настоящему, получается, что это, в общем-то, и про себя, и про него, и про всех, про нас. Его душа стремилась в горы, и там осталась навсегда, пробивши в космос коридоры за все прошедшие года. Его душа в ледник влетела потоком белого огня и навсегда простилась с телом, и нас осталось сохранять. Поражение пусть каждый для себя решит. Один живет души движением, другой спокойствием души. Мы сами много или стоим, коль на равнине места нет. И только космос успокоит, и лишь движение секрет. И следы его кошек уходят легко на стекле голубом ледника, и текут по нему невесомой рукой облака, 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 облака. Он перешел сквозь все границы, он бытия сломал хомут. Он может там теперь селиться, где место только лишь ему. Он будет, продолжая вечно, писать дорог своих строку и улыбаться людям встречным, и вверх идти по линию. И следы его кошек уходят легко на стекле голубом ледника, и текут по нему невесомой рукой облака, 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 облака. Мельников посвящает.